Привет, друзья! Сегодня у нас очень необычное видео для нас, потому что мы обычно не показываем распаковку. Но тут такая посылка, которую, во-первых, мы долго ждали, а во-вторых, она очень особенная и уникальная, потому что мы заказали куклу Рэбон, еще их называют искусственные дети, и ждали мы эту куклу очень долго. Вот, наконец, сегодня мы получили эту посылку. Вот так выглядит эта куколка в каталоге Bradford Exchange. Это компания, где работает группа художников, и они делают уникальные вещи. В 2013 году эта куколка получила награду. Называется эта награда за превосходство. Посмотрим, как выглядит эта куколка в реальности. Вот, мы ждали ее больше месяца. Хотя обычно доставка занимает меньше времени. Но так как скоро Рождество и люди заказывают подарки, видимо, поэтому мы ждали ее долго. Вот здесь есть вот вон там надпись, что возврат гарантирован. То есть это такая кукла, которая не уникальная, это коллекционная кукла. Вот сейчас мы будем ее распечатывать, и вы сами увидите, как это все выглядит. Итак, мы открыли посылочную коробку. Внутри нее есть другая коробка. Вот. На коробке написано: галерея Ashton Drake предоставляет вам кукол, качество которых вне конкуренции. И это правда. Здесь написано collectible item, то есть это коллекционная, есть целая коллекция. Таких кукол написано, что это коллекция для взрослых, и она рекомендована для детей старше 14 лет. Ashton Drake галерея США. И вот тот сейчас... самый долгожданный момент. Открываем коробку. Вот, то есть это не подделка. Вот так пакуют настоящих коллекционных кукол. Вот. Все, вот здесь вот, кстати, вот сертификат. Сертификат о том, что эта кукла настоящая, не поддельная. Эта кукла из коллекции «Мгновение в моих руках и навсегда в моем сердце». Здесь вот фотография художника, который делает этих кукол, Линда Муррей. Вот. И вот здесь есть инструкция, как ухаживать за этой куклой и как ее содержать, чтобы она была в хорошем состоянии. Написано, что если кукла идет с какими-то дополнительными аксессуарами, обязательно проверьте коробку, потому что они будут упакованы отдельно в коробке. Ну вот мы посмотрим, есть ли к нашей кукле дополнительные аксессуары. А распаковывать ее вот даже интересно. Вот здесь бантик, развязываем на шейке бантик у нее. Так, значит, спинку мы отделили. Вот здесь у нее тоже бантики на ножках. Вот, она вся запакована, чтобы с ней ничего не случилось. Она вся вручную раскрашена, она вся... Вот здесь вот еще есть один бантик. Нет, это проволочка здесь. Вот сейчас мы ее раскрыли и вынимаем. Так, дополнительных аксессуаров не видно. Мы их просто не заказывали, скажем так. Вот сейчас мы снимаем все вот эти упаковочки. Тут запечатана наша девочка. Очень нарядная одежда у нее. Вот на ручке у нее еще есть этикетка с подписью автора. Здесь написано: «Мгновение в моих руках и навсегда в моем сердце». Кукла оригинал из винила, специально задуманная и изготовленная художником Линдой Муррей для Ashton Drake. Привести в порядок нашу красавицу. Долго в коробочке, наверное, она лежала. Вот она выглядит как самый настоящий ребеночек. Сейчас распечатываем ей ножки. Такие куклы бывают даже, что они дышат, что когда до них дотрагиваешься, они поворачивают голову. А есть даже куклы, у которых внутри установлено сердечко, которое стучит. Надо расправить все ее оборочки, здесь все ее замечательное платьице.
и замечательную кофточку. Вот, вот такая вот куколка, она выглядит как настоящий ребенок. Вот у нее кофточка, бантик, волосики настоящие, глазки. Кстати, некоторые части, запчасти к этим куклам делают на специальных фабриках. Например, глазки у них делаются на той же фабрике, где делаются для людей протезы для глаз. Вот, вот такой маленький ребеночек, вот, выглядит абсолютно как настоящий живой ребятенок. Вот мы посадили нашу малышку. Вот она сидит такая вся бело-розовая, нарядная, красивая. Вот очень похожа на живого ребятеночка. Вот посмотрите, у нее глазки прям как живые, как настоящие. Когда долго на нее смотришь, появляется такое чувство, что она даже двигается. Вот таких кукол называют искусственные дети. Это как будто она только что проснулась, и еще немножко лохматенькая, и не выспатая. Вот такая вот сладенькая малышечка, вот такая хорошенькая лялечка. Как настоящая, как живая. Не зря их называют искусственные дети. Какие у нее пальчики. Вот какие у нее маленькие ножки. Сейчас я сниму носочек, чтобы посмотреть, как сделаны у нее ножки. Ну-ка, малышка, давай. Давай, моя сладкая. Вот, посмотрите. Ножка, как настоящий. Каждый пальчик, каждый ноготочек. Вот какая миленькая девочка у нас, которая сделана добрыми руками замечательного мастера Линды Мюррей. В сертификате оригинальности к этой кукле написано, что количество кукол в коллекции ограничено, что нужно о них заботиться и тщательно за ними ухаживать. Нельзя их выставлять на открытый свет, нельзя их мыть водой, потому что краски на них очень нежные и очень деликатные. Они и сейчас, эти куклы, стоят недешево, но со временем они будут еще дороже, потому что количество ограничено, а когда коллекция закончена, ее больше не будут выпускать. То есть будет другая коллекция и будут другие куклы. Так что эта куколка единственная в своем роде. Даже та картинка, которая была нам предложена в каталоге, отличается от этой куклы, потому что каждую куклу делают вручную, и поэтому они разные и уникальные. Одежда у них одинаковая и остальные всякие детали, но в основном они не похожи. Вы можете убедиться сами, как отличается куколка из каталога от той куколки, которую нам доставили. Но нам она очень нравится. Она нам напоминает одну из наших родственниц, одну малышку из прошлого.